И утром, говорю, вместо там женских дел я выхожу из дома с косой. В общем, у нас такие немножечко иногда мужские дела получаются. Но я не об этом. Во-первых, кто читает книги, у них просыпается какая-то генная память, и у человека возникает желание творчества. Вот вы творческие люди, и очень близки нам в этом плане, потому что книги Анастасии говорят, что слишком перекос произошел на энергии разрушения. Очень много ее стало в нашей жизни. И поэтому ремесла, праздники, хороводы, фестивали, концерты, это все энергия творчества, энергия созидания, она начинает перевешивать. Вы видите, что бирс просто расцветает, потому что энергия созидания пошла, энергия творчества пошла. Он будет процветать. И там, если вы